Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка, очередные посылки с сайта AliExpress. Здесь DJ лазерный проектор. Давайте откроем и проверим его. Посылка шла из Гонконга 3 недели, упакована в почтовую пупырку. Внутри мануал. Ладно, тут разбираться нечего, так разберемся. Так, сам проектор. 3 вида у него таких проекторов. Это самая дорогая комплектация, стоит 2000. Остальные будут дешевле. Здесь 3 лазера, красный, зеленый, синий и RGB светодиодная подсветка. Регулировка включения-выключения, LED контролировать можно как с этой панели, звуковой режим, так и с пульта дистанционного управления. Имеются 2 подставочки. Кабель питания USB, микро-USB. Подставочки ставятся вот таким вот образом. Проектор ставится на подставочку. Вот так. Вот таким макаром. Питание можно взять от любого источника USB. Вот я сейчас подключу повербанку. Можно подключить к компьютеру. Как видите, работает. Так, кнопка включения-выключения работает. Так, сейчас проверим пульт. Вытащим заглушечку. Так, пульт работает. Ну, здесь автоматический режим. Раз, два, это звуковой режим, музыкальный, лазеры. Вернее, светодиодная подсветка. Управление несложное, интуитивно понятное. Каждый может разобраться сам. Вот так вот узоры смотрятся на стенке. Ну, конечно, надо смотреть в темноте. Как управлять, как я уже сказал, можно с самого проектора. Также можно управлять с пульта дистанционного управления. Здесь мы меняем колор светодиодной подсветки. Здесь вырубаем лазеры. Одна светодиодная подсветка. Можно использовать его как светильник, ночник для подсветки комнаты. Ну так, можно использовать как для домашних вечеринок, танцев, шманцев и тому подобное. Как я уже сказал, или управляем с пульта дистанционного управления. На пульте имеются таймеры на 1, 2 и 3 часа. Через это время он должен выключиться. Вот так, друзья, смотрится в темноте на стенке. Конечно, на потолке тоже будет смотреться обалденно. Если направить вот за этими балками на потолок, сейчас работает в автоматическом режиме. Так, следующий музыкальный режим. Плохо видно регулировку, но это и не важно. Ну, как я уже сказал, настроить может каждый под себя различные рисунки, подсветку. Но смотрится красиво для подсветки. И красиво освещает комнату. Как я уже сказал, можно использовать просто как светильник, отключив лазеры.
Это для праздничной атмосферы, для создания уюта. Вот так, друзья, смотрится под музыку. Можно организовывать танцы, шмансы, вечеринки. Правда, здесь всего лишь один музыкальный режим в режиме стробоскопа. Ну а так, еще нормально. Рекомендую. Стоит недорого. Около 2000. Самая дорогая комплектация. Можно выбрать и подешевле. Ну, на этом я, наверное, буду заканчивать. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Подписывайтесь на канал Shopping in Internet в Ютубе и в Рутубе. Всего вам доброго, до свидания. Удачи вам. Пока.